Похоже, заметили это и национальной полиции. По крайней мере, такой вывод можно сделать по сегодняшнему сообщению Департамента защиты экономики нацполиции. В Черновицкой области задержали сразу 5 должностных лиц. Работали они в пограничном пункте пропуска, который, естественно, за взятку пропускали в Украину евробляхи. У подозреваемых изъято более 200 тысяч долларов. Цену за свои услуги служители границы определили скромную – 200 долларов за машину. И только за последние 2 месяца помогли ввести в страну более 800 евроблях. Сейчас полицейские проверяют начальство задержанных. Все-таки без крыши такие схемы проворачивать вряд ли удавалось бы.